На территории Одинцовского городского округа с 16 апреля установлен особый противопожарный режим. Он вводит дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них автотранспорта, запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, проведение пожароопасных работ в населенных пунктах. Следить за соблюдением правил пожарной безопасности будут добровольческие патрули.